цехе пакетирования на участке Алмап трудятся главные герои нашего сюжета – семья Губич. Вот на протяжении уже 11 лет они вместе работают на Лесосибирском деревообрабатывающем комбинате. Семья Губич работает на предприятии бок о бок. Об этом знает весь коллектив цеха. В 2002 году первая устроилась на комбинат Зинаида Губич, и уже через 6 лет пришел ее муж Владимир. Пришли простыми рабочими, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. Сегодня Зинаида и Владимир являются операторами автоматических и полуавтоматических линий цеха. Зарекомендовал себя как хороший добросовестный работник. Работает на рабочем месте вместе с женой. Так получилось. Попросились в одну смену и работают вместе с супругой. Всегда они вместе, и даже за территорией комбината я вот их встречаю, они тоже вместе. С внуками гуляют по Енисею там. Ну, интересно живут. Работа автоматических и полуавтоматических линий нуждается в контроле со стороны грамотного специалиста, оператора, который полностью ведет технологический процесс работы оборудования с помощью пульта управления. Кроме этого, операторы линии регулярно проходят инструктажи по охране труда и технике безопасности. На это место могут встать только хорошо подготовленные сотрудники. Владимир и Зинаида слаженно работают над общим делом, в случае чего помогая не только друг другу, но и всему цеху. Ну, работа нравится. Мне все, как сказать, и вовремя, и надежно, что мы знаем, что здесь отработали. Пришли домой, свою смену хорошо отработали. И, ну, все устраивает, начальство нормально, и, ну, устраивает все. Помимо работы, семья Губич активно проводит время на природе. Владимир с детства любит рыбалку. Перенеся это увлечение во взрослую жизнь, приобщил к этому и свою жену Зинаиду. Она всегда со мной, я рыбачу, она наблюдает и поддерживает меня, делится с нами Владимир. Ну, как, у нас, да, многие спрашивают, вам Губич не надоели друг другу, типа, дома вместе, на работе вместе? Нет, наоборот, когда начали вместе работать, у нас отношения, наоборот, лучше стали. Проверка работоспособности оборудования и его технического состояния, обеспечение бесперебойной работы – одни из важных аспектов работы оператора автоматических и полуавтоматических линий. Одно другому не мешает. Сигежа Групп дает возможность семьям работать рядом. Это может идти на пользу. А надоесть можно друг другу и не работая вместе. Все зависит от человека. Гульнара Коваленко, Андрей Кобяков. Время новостей.